Почему важно говорить с детьми о деньгах, как правильно инвестировать в семейные накопления? На эти и другие вопросы ответили эксперты финансового рынка. Накануне в Якутске прошла ярмарка финансовых и социальных услуг. Каждый желающий получил исчерпывающую информацию об электронных сервисах ФНС России, новых банковских услугах, актуальных вопросах автострахования ОСАГО. В ярмарке приняли участие около 20 финансовых структур и организаций. Эксперты рассказали, как получить жилищные субсидии, грант на развитие собственного бизнеса, о мерах соцподдержки, поддержки семей с детьми, инвалидов и ветеранов, о пенсионных изменениях. Также провели аналоговую игру Brain Quest и мастер-классы по повышению бюджетной грамотности, планированию семейного и государственного бюджета. Данная ярмарка позволяет раскрыть перечень всех финансовых, социальных услуг для нашего населения и способствует прозрачности и открытости предоставления услуг, доступности этих услуг для населения. На этой ярмарке сегодня присутствует свыше 30, около 40 организаций. Это представители и банковского сектора, представляющие банковские услуги, страховые компании, также управление пенсионного фонда, налоговой службы, которые могут рассказать о тех налоговых вычетах, которые могут воспользоваться наши граждане, о жилищных субсидиях в сфере ЖКХ, в сфере строительства, меры поддержки семей с детьми, ветеранов, инвалидов.